Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Дима, и вы на канале Димасик Влог. И сегодня видео о том, как я буду играть в ТТД, но только за клоков. Первый у нас юнит — это Guardian Clockman. Я даже не знаю, что он делает, ни разу не играл за него. Clock Spider. Прикольный юнит. Берем. Alarm Clockman. Я с ним проходил Nightmare с автоскипом. Это лютая имба, и... У меня больше нет клоков. Круто, у меня всего 3 клока есть. А вообще так-то их много. Ну ладно, поэтому идем тогда в хард, потому что в Найтмаре я, конечно же, не справлюсь. Ну, конечно же, пойдем где? Где туалет Сити? А вон туалет Сити. Пошлите! Так, все, добежал. Хорошо. Если что, вы видите мой никнейм Димасик ЮТЭ, а именно D1 Масик нижнее подчеркивание влог. Присылайте свои подарочки, а я пока уберу им. Так, хард. Сюда. Сразу автоскип ставим. На всякий случай. В любом случае, первого юнита, которого я поставлю, это Alarm Clockman, и то я его поставлю не сразу. Ну, потому что вы поняли, то что он как бы стоит 400, а тут сейчас много очень пробегут. Да, без ферм трудно, без ферм очень трудно. Так, у меня уже 400 монет, и я могу ставить нашего Аларма. Он, можно сказать, как сплэш, уничтожает сразу много. И этот юнит может пройти Nightmare с автоскипом. Если, конечно, фермочки будут. Но у нас цель играть за всех. Поэтому мы в этой катке поставим всех этих клоков, которые сейчас у меня в инвентаре. Так, у меня сирена за окном сейчас. Это, походу, пожарка едет. Но не обращайте на это внимания. Надеюсь, вы это не слышите. Так, дальше туалетики маленькие такие дебилы проходят. Я, наверное, его апгрейдить не буду. Лучше сразу Clock Spider поставлю. Он такой мемный. Он так мемно выглядит на самом деле. Вау. Вау. Ну что это такое? Нет! Не оглушай, не оглушай! Начальный деф. Не оглушай мой начальный деф, пожалуйста. Чел, слава тебе, господи. Ты лучший. Так, а пока что я ставлю... хорош, хорош. Clock Spider хорош. Он так мемно движется, на самом деле. Так, аларм тут всех доносит. Вот когда на 20-й вроде волне пойдет вакуум или на 19-й, то если мы его выиграем, то все. Это можно считать, мы выиграли катку. А если мы его не выиграем, то мы проиграем. Вот так вот. Если мы не выиграем вакуума, то все, мы проиграем. Так, полицейские туалеты. Блин, может мне аларма убрать? Вот я потестил его и оставлю одного Clock Spider, он тут и так офигенно справляется. Вау, мемный чувак, мемный. И жестокий прям такой. И у него сразу первый радиус, посмотрите, насколько огромный. Офигеть. У кого появится возможность пройти Battle Pass в Clock обновлении, сделайте это. Потому что его там бесплатно дают. Ну, это жестко. Еще раз говорю, присылайте мне, пожалуйста, подарки на D1 Масик нижнее подчеркивание влог. И если что, мой ник еще в описании будет под этим видео. Такс. Ну, Гласосов я, конечно же, уничтожаю. Диджеев. Ё-моё! Я обосрался. Это всего лишь-то... Это, телеграм был. Офигеть. Жесть. Ладно, полицейских уничтожаем. Все так по-быренькому, по-хорошенькому. Так.
Чё, давайте тогда поставим нашу... Чё? Я думал, это титан какой-нибудь. Я думал, это титан. Блин, разочарование. Он как титан выглядит просто. Блин. Ну, кулдаун у него, конечно, такой себе. Его еще оглушают постоянно. Не берите Гуардена в катку. Плохой клок, но у меня цель играть только за клоков. Не повторяйте моих ошибок. Пожалуйста, нет, вакуум! Пожалуйста, пожалуйста, убейте его! Блин, мочите вы его, а! Все, примочили. Слава богу. Так, наверное, апну Гуардена. И потом буду апать только Клок Спайдера. И потом только Гуардена. Паразиты. Диджей. Все туалеты паразиты, если чё. Вот прям все туалеты. Грёбаные паразиты. Чё-то как-то... Боссики идут на нас. И мы как-то справляемся очень медленно. Быстрее апнуть Гуардена и... Что это за фигня? У меня вопрос. Почему он... такой странный? Он, конечно, много урона наносит, но... очень медленно. Лучше Клок Спайдера берите, сразу вам говорю. В любом случае, это будет лучше, чем Гуарден. Ну, посмотрите, как он всех уничтожает. А Гуарден вообще никого. Мне вот жалко этих туалетиков. Кстати, по сути, мы уничтожаем этих туалетов зря. Ведь они же объединились с агентами, а мы их сейчас зря убиваем. Это как-то нелогично. Нет! Да ёкарны бабай. Блин, если бы была бы ферма Клок, то все было бы очень круто. А пока что справляемся худо, бедно. Так, апну. Ух ты! Ух ты, какой у него урон стал! Ух ты, ух ты, ух ты! Ух ты, какой крутой этот Клок Спайдер. Какой крутой, как мочит, мочит, мочит! Ну, слушайте, пока что только с автоскипом проходим и не сливаемся на Клок Спайдере и Гуардене. Хорошо. Хорошо, я бы Гуардена сейчас убрал бы, сорян. Короче, одним Клок Спайдером буду все проходить. Все на максимальном левеле Клок Спайдер. Ну что хочу сказать. Круто очень. Круто. Кому зашла Клок обнова, поставьте лайк. Это самая масштабная, мне кажется, обнова. Так много туалетов и юнитов добавили. Магнитных всяких туалетов. Посмотрите, он даже задом бьет. Как это странно не звучало, он реально, даже когда отвернулся, он реально может задом бить. Что я говорю? Ладно, поставлю второго Клока. Блин, реально крутой юнит. Без шуток, у кого есть возможность его взять, берите. Одна из самых крутых лег. Прикиньте, я сейчас реально хард с автоскипом одним Клоком Спайдером пройду. Это будет нечто. Это будет эпично очень. Плюс. Давайте проходим. Сейчас я еще улучшу Клока Спайдера второго до максималки и поставлю третьего. Все, сюда! Два!
коротышки на максималке. Смотрите, какое поле красное стало. Мне страшно. Вот это прям лава как будто тут. Может мне поставить третьего Клок Спайдера? Ну слушайте, вообще можно. Можно. Самое крутое, то что они по дорожкам ходят, как туалеты. Это самые читерские юниты в мире, ребят. Кто не любит Клок Спайдеров, те... Я не знаю, кто. Ну, блин, посмотрите, как они боссов размачивают. С ними можно Найтмар проходить. Конечно, с алармами тоже, но... Клок Спайдеры объективно... Очень объективнее справляются. Круче, чем алармы. Убиваем, убиваем, убиваем. Давайте, 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 давайте. Мочим. Мочим этих ассасинов туалетов. Мочим, мочим, мочим. И еще раз мочим. Мы должны всех вымочить. Мы 10 минут играем с автоскипом. Круто. Круто. Лэрдж Глейсесы. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, они даже мутанты 2.0 убивают прям люто. Очень люто. Очень круто люто. Так, я сейчас буду третьего Клок Спайдера на максималку апать. Когда накоплю. Если смогу, то будет офигенно. Сразу вам говорю. Такс. Отлично, справляемся. Великолепно, просто великолепно. Да блин, они как реально мега сплэш, как будто. Блин, ну что это за юниты? Я только 3 юнита поставил, а они уже всех выносят. Это ненормально. Клок Спайдеры очень читерские. Клок Спайдеры очень читерские, ребята. Посмотрите, у меня адское поле стало из-за них. Такс, что, ставить третьего ставить четвертого Клок Спайдера или аларма? Да, конечно же, Клок Спайдера, о чем я говорю? Можно было одного его взять в катку и все. Ну ладно, мы бы не справились, потому что аларм это у нас начальный деф, а это у нас хороший деф. И самое крутое, то что спайдеров нельзя застанить. И... Это огроменный плюс для Клок Спайдера. И плюс у них большой урон, а обычно у тех, кто большой урон, можно застанить, а у тех, кто маленький урон, сложно застанить. Но тут исключение. Большой урон и нельзя застанить. Самое читерское лего. Это лего претендует на Годли. Мне кажется, его еще фиксить будут. Как диджея Спикермена. Как Фрост диджея Спикермена. Его 2 раза фиксили, и он стал говнищем. С имбы, с лучшей леги он стал говнищем. Надеюсь, Клок Спайдера не пофиксят, и мы сможем проходить Найтмар и Хард с автоскипом и фармиться тут в Харде. Монетки получать. А пока что... Переходим к рекламке. Прошел месяц лета, а вы так и ничего не купили на FunPay? Так как сейчас лето, и вы много любите играть в игры, тогда этот сайт для вас. Тут вы можете купить робуксы и даже мечи в Блейдбол. И все по очень дешевой цене. Поэтому залетай на FunPay. Тут вас ждет подарок. Так, рекламка прошла. Отлично, и мы всех убиваем. А пока что убиваем, убиваем, убиваем. Блин, как же мы их на изи разносим просто. Попускаем просто их. Они даже выйти из этого туннеля не могут. Их сразу же клоки убивают. Минус... У него минус 0 хп было сейчас. Блин, мне их жалко. Ой, Балаклава Спайдер, вот это вот уже фигня полная. Можно ставить дальше этих клоков и не париться. Они всех убьют.
Самое крутое то, что их можно даже на дорожку спавнить. Так, что хочу сказать. Все, наступает последняя волна. У меня только 6 юнитов поставлено, да. На изичах разносим, так сказать. Крутяк. Волк спит. Я что вам, волк какой-то? Я не волк, я собака. А вообще, если так говорить, то я Димасик Волк. Ну что, все, последняя волна наступила. Сейчас победим Джименчика. Надеюсь, мы это сделаем. И квест будет выполнен. И вы должны обязательно поставить лайк, если мы не сольемся. Ну что? Где этот Джимен? Боится выходить, что ли? Все. Как мы попускаем его на изи просто? Он даже до сюда дойти не успел. Блин, ребята. Клоки очень сильные юниты. Чего? Меня кикнуло с Роблокса. Так, ладно, ребята, мне кажется, это какой-то баг. Давайте еще раз зайдем. Надеюсь, у меня сохранились монеты. И если не так, то я буду очень расстроен. Но, как вы видите, цель ролика выполнена. Вы издеваетесь. Мне не хватает на открытие. Вы издеваетесь, да? Придется продавать этого лерча. Так, давайте пока что на эти деньги откроем юнита какого-нибудь. Так, тут что? Knife Upgraded Titan Speaker. У меня как раз буст еще сохранился. Это очень хорошо. Так, давайте вот это вот мы все поставим. Так, все, давайте. Эпик. И... Рарка, и пожалуйста. Анкаманка, что? Анкаманка, это лучший юнит. Но на самом деле я над вами прикалываюсь. Ну что, ребята, цель ролика выполнена. С вами был я, Дима. Вы были на канале Димасик Влог. Оцените мой новый скин от 1 до 10. Всем пока! Пока! И еще раз говорю. Пока-пока.